волшебных приключений нас зовет. Новый год идет по свету, Новый год. То, что много действий. И что ребенок не сидел просто, не скучал. Очень было весело, очень красочно, много всякого интересного сверху падал. Ребенок тоже сам немножко поучаствовал в интерактивном представлении, мячики покидал. А кто тебе больше всего понравился? Дед Мороз и Снегурочка был очень современный, на электрифицированной доске. Мы даже не ожидали, что будет так здорово, если честно. Обязательно придем на следующий год. Нам очень понравилось, и мы еще, наверное, на Машу сходим. Все классно! Ты тыщ! Ты тыщ!